Ну что, друзья, залетел на спортплощадочку. Здесь у нас вот, на котлованчике на этом. Сейчас поспортуем, добавим спорта немножко в наше похудение. Недавно встретил человека, который говорит: блин, я уже после твоих видосов скинул десяточку. Я говорю: нормальный результат. Он говорит: ну так у меня работа, е-мое, я там физически так впахиваю, что вообще и даже тренироваться не надо. Я такой думаю: ну, а мне-то как раз-таки надо, наверное, добавить спорта, чтобы все-таки это пошло бы гораздо быстрее и запустить весь этот процесс. И вообще начали писать люди, уже интересоваться, как, что, расскажи. Ну вот я думаю, надо до 10 килограмм добить, что я скину, и тогда уже надо будет что-то запускать. Напишите, реально ли интересно начинать снимать об этом, запускать какой-то, не знаю, курс, не курс, именно с диетологом, профессионально, все дела. Напишите в комментариях, тогда и будем отталкиваться от этого, что нам дальше, как продолжать об этом рассказывать, потому что тема реально интересна и реально работает.